22 июля 1973 года началась Вторая Великая Отечественная война. Маршал Жуков отдал приказ освободить наших порабощенных братьев и сестер на Западе. Москва будет за нами! Победа будет за нами! Сегодня 9 июля 1974 года над Кремлем было поднято знамя Западно-Русского революционного фронта. Советская армия и наши доблестные партизаны изгнали врага из древней столицы. Москва снова за нами! Говорит Москва. Сегодня, 9 мая 1975 года, Германия объявила о своей капитуляции. После изгнания немцев из Украины, Белоруссии и Польши у них не было другого выхода. Наши братья и сестры на западе России, Украины и Белоруссии вновь объединились с нами. Время нацистской оккупации окончено. Мы вновь свободны. Вечная слава нашим воинам, павшим за освобождение Родины. Слава советскому народу! Ура! Thank you.
от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал...